Многие с трудом, но под звуки гимна все-таки встают. Пусть слова уже другие, музыка Александрова для них знакома с молодости. Встать ветеранам придется еще раз, почтить память тех, кого нет рядом. Печально, но приходится напомнить, умер последний герой Советского Союза, наш земляк Бедяков Михаил Денисович. Из кавалеров трех орденов славы остался один Маслов Федор Егорович в Металлургическом районе. Я уже сказал, что ушли из жизни ветераны чести войны и тружники тюрьмы. Давайте почтим память всех, кого не знает. Прошу садиться. Светлая память. Согласно печальной статистике, в год в области умирает около 500 фронтовиков. Сейчас их чуть меньше 3000. Арифметика грустная, и оттого общение с живыми свидетелями Второй мировой становится особенно ценным. Люди пожилые, и их жизненный путь был очень тяжелым. Ведь если мы вспомним историю, то буквально только с 70-х годов у нас в стране более-менее стало комфортно жить. Вот, ну, на сопоставимом уровне, как вот сейчас. А ведь в 50-е, 60-е годы, когда шло восстановление разрушенной войной экономики, это же был рабский труд в адских условиях. Так что люди прошли это, и они заслужили почет, уважение. Глава города часто встречается с фронтовиками. Им нет необходимости приходить на прием. Мэр сам регулярно бывает у ветеранов. Старики внимание ценят. Много помогает городская администрация, совет ветеранов, районы. В общем, мы не ловим. Совет ветеранов подвел итоги за последние 4 года. Здесь в основном цифры, но суть в том, что ветераны живут активной жизнью. Встречаются, творят, общаются с молодежью. Не собирается сдавать позиции и председатель совета фронтовик Евгений Куракин.